Семья – самое главное. 2024 год, как известно, объявлен годом семьи. Поддержка тех, кто создал важную ячейку общества, крепкую семью, всегда была одной из приоритетных задач для администрации городского округа Щелково. Вручение сертификатов для улучшения жилищных условий – уже традиция. А в наступивший год семьи количество щелковцев, которые их получили, стало значительно больше по сравнению с предыдущим. Участвуем в проекте «Национальном демографии». Если в прошлом году это было 9 сертификатов, то в этом уже 17. Мы максимально стараемся создать нашим щелковским семьям условия для развития, обучения, образования. И создаем хорошие условия жизни. Так, 15 молодым и 2 многодетным семьям, где воспитываются аж 7 и более детей, были вручены свидетельства о праве на получение выплат, которые дадут возможность обрести лучшие жилищные условия. Церемония состоялась в театрально-концертном центре «Щелковский театр». Каждая семья уникальна. Например, супруги Загребины воспитывают 9 детей, а Елена Трофан готовится стать мамой в 8-й раз. В некоторых молодых семьях тоже уже подрастает молодое поколение. У кого-то стать родителями только в планах. Однако всех их объединяют настоящие семейные ценности, и это не просто слова, а смысл жизни. Уютный, просторный дом, где всем хорошо и комфортно, был давней мечтой, которой суждено осуществиться. Это очень долгожданный подарок. Это, наверное, лучшее. Это исполнение мечты. Самый замечательный новогодний подарок для всей семьи. Я уже нарисовала рисунок, какой комнаты я хочу. Мне очень нравится квартира, которую мы выбрали. И я уже очень хочу переехать. Хочу сказать большое спасибо главе города, администрации города, потому что это длинный путь. И, наверное, если бы они не относились с такой любовью к многодетным семьям, да, в принципе, наверное, ко всем жителям города, да, но особое внимание вот большим многодетным семьям. Для любой семьи, ну, жилищным вопросом приоритетный. Радость, счастье переполняет, что наконец получится что-то свое сделать. Мы очень рады, мы очень благодарны, будем приобретать новое жилье. Да, сынок? Ты о чем мечтаешь? Я мечтаю о хорошем доме, чтоб там была машина и хорошая крепость. Сертификаты выдаются в рамках подпрограмм обеспечения жильем молодых семей и улучшения жилищных условий отдельных категорий многодетных семей на 2023-2033 годы государственной программы Московской области «Жилище» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Такая радость, настоящий подарок в начале года, и совсем скоро все эти семьи услышат заветное с новым домом. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.